Великолепие петербургских дворцов, панорамы и виды северной столицы – основная тема творчества Федора Алексеева, основоположника жанра городского пейзажа в русской живописи XVIII века. В начале XIX века на стрелке Васильевского острова архитектор Жан-Франсуа Тума де Тамон возводит здание биржи. Это был последний штрих, завершивший сложение архитектурного ансамбля центра Петербурга. Картина Алексеева создавалась, когда строительство еще не было завершено, поэтому художник при написании пейзажа пользовался архитектурными чертежами, тем самым как бы объединяя на полотне настоящее и будущее Петербурга. Центральную часть композиции занимает изображение Невы и ансамбль стрелки Васильевского острова. Здание биржи, растральная колонна и архитектурно оформленный спуск к Неве. Позади биржи здание 12 коллегий. На противоположном берегу слева можно видеть Зимний дворец, а в глубине – Адмиралтейство. За Адмиралтейством видны купола собора Исаакия Талмацкого, а дальше – старое здание Сената. Современник считал, что главным достоинством этого пейзажа является избрание пункта, ибо вряд ли есть в столице другой подобный, заключающий в столь тесном пространстве такое изобилие и богатство предметов. Заглаженная фактура живописи, ровное освещение, яркие краски позволяют рассмотреть мельчайшие детали архитектуры этого, буквально на глазах современников, возводимого города. Петербург строился необычайно быстро. Стремительное преображение столицы Российской империи выглядело поистине фантастично. Пейзаж Алексеева наполнен движением, олицетворяющим эти стремительные перемены. Обилие речных судов, больших кораблей, входящих в Неву, нос одного из них виден в правой части картины, снующие по берегу фигурки людей. На картине Алексеева Петербург предстает идеальным, совершенным и при этом наполненным жизнью городом, каким мечтал его видеть художник, сформировавшийся в эпоху Просвещения. Поэт Константин Николаевич Батюшков писал: «Взгляните теперь на набережную, на сии огромные дворцы, один другого величественнее, на сии домы, один другого красивее. Посмотрите на Васильевский остров, украшенный биржею, растральными колоннами и гранитную набережную. Как величественно и красиво эта часть города». Вариант повторения картины, исполненный в 1817 году, находится в Ивановском областном художественном музее. Вариант повторения большого размера в Тверской областной картинной галерее.